Ну, вот к вопросу о конфискации наших денег. А чего же их не конфисковать-то, Владимир Рудольфович? Ну, чего же не конфисковать деньги у людей, которые даже не пытаются себя защитить? Мы же понимаем, что терпила существует только для того, чтобы его ограбить. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, которых можно безнаказанно отнять кошелек? И этот терпила утрется. Это же мы их провоцируем своей стойкой неспособностью их остановить силой. Мы же им объясняем который год, что мы ничего не будем делать в ответ на них, на их действия. Ну а чего мы тогда на них обижаемся-то? Ну да, они нас поимели, еще поимеют. А что мы делаем-то в ответ? Ай-яй-яй, вот мы ужо. А они знают, что мы не ужо. Они знают, что мы ничего делать не будем. Они же уже заявили, что даже когда они отменят санкции, они нам денег не вернут. Опаньки. А дальше можно рассказывать про мирное урегулирование, про готовность к переговорам, все что угодно. У вас уже отняли кошелек. А вернее так, вы его взяли и им отдали. Вот Эстония говорит, давайте пойдем дальше, мы вот первые возьмем удар на себя и, значит, примем закон о том, чтобы не только доходы от замороженных российских активов конфисковывать, но и сами замороженные активы. В Эстонии там аж на 37 миллионов евро накопилось. Вот. Вот такие истории в Европах. Ну а что мне конфисковать? Мы же ничего не делаем по этому поводу. Мы так что-то так намекаем все, опять же, там в каких-то сообщениях, типа, да вот мы сейчас тоже что-нибудь придумаем. Ну и что мы придумали? Какие-то такие, так сказать, такие туманные заявления насчет того, что а у нас тут есть какие-то активы. Ну где они, какие активы? Ну расскажите, какие это активы? А есть ли они на самом деле? А даже если они есть, так сказать, готовы ли хоть что-то вы с ними сделать? Вы до упора как бы ждали, как бы это самое, так сказать, с этими бумажками, вам говорили, как бы заберите эти бумажки оттуда, вы не собирались это делать. Поэтому я не знаю, как бы, да, вот, наверное, конфискуют. Что нам по этому поводу делать? Но я так понимаю, что ничего не будут делать, скорее всего. Вот, и ничего не будут делать, а, значит, что надо будет говорить по этому поводу? Надо говорить, какой ужас, так сказать, какой кошмар, и это вот на Западе, там двойные стандарты же, елки-палки. Главное это почаще повторять. Вот повторять все время, двойные стандарты, и люди перестанут... Сейчас уже тройные, четверные стандарты, какой ужас, как бы, да, и как бы, так сказать, чем больше человек кричит эти самые воры-воры, как бы, да, так сказать, да, или волки-волки, а ему меньше, ему все меньше и меньше верят, потому что, ну, уже мы слышали, да хорошо, слышали, двойные стандарты. Как вы говорите еще? Опять двойные? Хорошо, а еще раз... Снова двойные стандарты. А завтра что скажете? Двойные стандарты? Вот это да. А мы-то думали, что это двойные стандарты, а это двойные стандарты. Вот это да. Хорошо, тройные. О, тройные стандарты уже интересно. Сделали вы что? Ничего. Мы как бы вот заявляем о том, что это двойные стандарты. И что? Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, вот они конфискуют. Да они уже все конфисковали, господи, уже ничего нету и не будет, да. Вопрос там, наши действия какие по этому поводу? Вот они, так сказать, в чем заключаются вот эти наши действия? То есть, есть какая-то программа, как бы, по этому поводу, да? Непонятно. Вот, то есть, опять же, я бы что-нибудь как бы с удовольствием бы в этом смысле обсудил, так нечего же сказать, потому что там какие-то туманные заявления, что хо-хо, мы знаем, ну вот кто знает, тот пусть и скажет нам, вот я не знаю. Вот говорит, у нас там есть только денег там на это самое, вот такие-то компании, какие компании? Все компании уже ушли, о чем вы говорите, так сказать, да? Где эти компании, о каких компаниях идет речь? Назовите, перечислите поименно эти компании. Их нет уже здесь давно. Что имеется в виду? Имеется в виду оборудование, которое они завезли там на сборочные предприятия? Как бы вот это имеется в виду, что ли, да? Ну, то есть, вот опять же, как бы, да, ясно, что все они как бы дадут и за наш счет будут все это делать, да? Вот вопрос в том, так сказать, какова должна быть наша реакция. Наша реакция будет выглядеть в гневных комментариях. И главное эти гневные комментарии повторять каждый день.
І тоді щось зміниться, несомненно, я вірю в це. Зараз дізнаємося від військового експерта і співголови громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снігирьова більше про ситуацію на фронтах і за лінією фронту. Пане Дмитре, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю. Ну, напевно ж, почнемо з харківського напрямку, тому що вечірнє звернення було достатньо оптимістичним від Зеленського. Він сказав, що ворог зупинено, переходимо до контрнаступальних операцій. Що ви бачите загалом по цій картині по двох напрямках на Вовчанській і Липці? Окупанти продовжують тиск і на Липці, і відповідно на Вовчанська. Липці в пріоритеті, хоча б тому, що Липці – це панівні висоти, які дозволяють тримати під вогневим контролем значні території, контрольовані Збройними силами України. Вовчанськ має більш політичне значення для російських окупантів. Наразі подальше просування російських окупантів вглиб української території призупинено. Окупанти не змогли форсувати річку Вовча, ба більше того, сили оборони України провели низку успішних контратак з метою відповідно призупинити дії російських окупантів і нанести ураження в живій силі і техніці. Але варто говорити про те, що ця операція в прикордонні має в першу чергу все ж таки елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Ще раз повторю, на моє переконання, і операція в Сумській області, і можливі провокації в прикордонні, перепрошую, Харківській області, і можливі провокації в Сумській області мають на меті в першу чергу показати українському політичному керівництву, що Російська Федерація планує розширення фронту у разі, якщо українська сторона не пристане на вимоги Росії щодо так званих мирних перемовин, але за планом Російської Федерації. Плани Російської Федерації – це відповідно територіальні поступки з боку України, а саме повний контроль над територіями Луганських, Донецьких областей і відповідно частково Запорізька, Херсонська область і Автономна Республіка Крим. Угу. Пане Дмитре, я розумію з ваших слів, що фактично інформаційний супровід оцього всієї воєнної операції, він вкладається в три тези від РІА Новості. От сьогодні, якщо зібрати їх докупи, це Стамбульські договоренності 22-го года устраивали і Київ, і Москву, заявив Путін. Росія исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин. Россия при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов, подчеркнул Путин. Вибачайте за цю мову, але це мовою оригіналу. Ці три тези – це і є підтвердження от вашого аналізу, так? Тобто, Четверта теза, я додам, пане Роман, з вашого дозволу. Четверта теза – Росія поки не виконала плану спеціальної військової операції. Мовиться про те, що Російська Федерація не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. І відповідно, саме з цим пов'язані заяви і російського диктатора, і міністра закордонних справ країни-окупанта з приводу того, що СВО буде продовжуватися до повного виконання так званих цілей спеціальної військової операції. Ну, денацифікацію ми залишимо ці вологі мрії росіян для них самих, але мовиться про те, що підписаний указ російського диктатора, а це вересень 22-го року, про включення так званих нових територій до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Лугансько-Донецьких областей, він фактично не виконаний станом, давайте говорити, на кінець травня 24-го року. Оце є свідченням політичної, військової та інформаційної поразки російської сторони. Чому вони і пристали на практику провокацій у прикордонних областях України? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.